Самая странная фраза, которую я часто слышу, это: «Наташ, вы такая худенькая! Как так? Ведь у вас двое детей?» Так они не внутри меня уже. Я как их 11 лет назад родила, как вот выпихнула их, и все они вот где-то снаружи гуляют дома, скорее всего, ждут меня сейчас. Понимаете? За 11 лет я могла привести себя в норму обратно. Я не понимаю, честно говоря, женщин, которые спихивают свою полноту на рождение детей. Говорят: да, я вешу 348 килограммов, но потому что 10 лет назад я родила ребенка. Нет, нет, это было 10 лет назад. Все должно было прийти обратно в норму. Это точно так же, если мужики начнут спихивать все на то, что было там 10 лет назад. Да, они скажут: да, у меня маленькая пися, потому что 10 лет назад я искупался в холодном озере. Нет, у тебя маленькая пися, потому что у тебя маленькая пися. Вот и все, вот и все, вот и все, вот и все.